Добрый день, уважаемые коллеги и уважаемые клиенты. Лаборатория автомобильной диагностики представляет вам выездную диагностику для грузовых автомобилей и автобусов, прицепов и полуприцепов, холодильных установок. В данном случае вы видите диагностику сидельного тягача Renault Magnum с двигателем MAC. В результате диагностики автомобиля выявилась неисправность двух топливных форсунок двигателя. Диагностика производилась диагностическим прибором GelTest Link испанского производителя Cajali. В нашей компании для производства работ по автомобильной выездной диагностике используются только оригинальные сканеры Caterpillar, Cummins, Mercedes, AutoAS Cargo, Wabco и другие. На этом видео вы видите диагностику сидельного тягача MAN TGS при помощи диагностического сканера GelTest Link и работу диагноста по анализу и оценке ошибок на автомобиле MAN. При помощи сканера можно определить список активных и неактивных неисправностей, посмотреть схему или прочитать обозначение по сопротивлению в проводке автомобиля и напряжению. А также можно запрограммировать датчики уровня подвески, угла поворота руля, сцепления, произвести корректировку ограничения скорости и прочие программные действия с автомобилем. На выездах мы занимаемся мелким ремонтом электрической проводки автомобилей. Диагностируем грузовые автомобили производителей Америки, Европы, Азии и России. А также диагностируем прицепы и полуприцепы с системами Haldex, Wabco и Knorr, холодильные установки Carrier и Thermo King. Работаем с любыми системами Common Rail, Bosch, Denso, Delphi. Выезжаем по городу Москва, Московская область и в другие регионы по согласованию с заказчиком. Если ваш автомобиль сломался в дороге или вашему автомобилю нужна грамотная диагностика с консультацией диагноста, звоните, мы вам поможем. Наш телефон 8-963-775-6200. Всего доброго. Спасибо за внимание.